Такое под силу не каждому. Костромской парикмахер Владислав делал мужские стрижки двое суток, не отдыхая. Перекусывал буквально на ходу. За 48 часов он постриг более 90 человек. Утро было на второй день, и я вообще не понимал, что происходит, я просто стриг, и все. Там руки сами делали движение, я просто смотрел. Выстоять в двухдневном марафоне помогли коллеги. Постоянно ребята ходили вокруг, как дела, с тобой все хорошо, ну и подбадривали как-то. Марафон транслировался в социальных сетях. Некоторые в шутку писали, что не хотели бы оказаться последним клиентом. Однако недовольных стрижками не было. Я когда шел, чуть-чуть, конечно, волновался, думаю, так как человек не спал, на протяжении 48 часов может что-то произойти, но вроде сел, все нормально, точно так же, когда и в обычный день к нему приходишь, вот все то же самое. Главное общаться постоянно с ним, потому что, чтобы он никак не засыпал, ничего. Теперь владелец салона планирует отправить заявку в книгу Гиннесса, чтобы зарегистрировать рекорд по самому длинному марафону по мужским стрижкам.